Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Hill Climb Racing 2. Забираем с тобой 1000 монет. Результаты сезона. И что же я получаю? 133 тысячи и 21 кристалл. Спасибо огромное. Деньги, конечно, не очень большие, но на прокачку нам хватит. Опачки, защита. Так, открыть касанием. Значит так, мы с тобой дошли... Ага, да ё-моё, вот до сюда. Тут у нас моноколесо будет, новые задания. Какие? Неважно. Так, ну что у нас там за машинка-то? Все на ней мы пыхтим, да? Пыхтим все. Слушай, мы можем купить этот танк. У нас денег позволяет, в принципе, 150 тысяч есть. Или тут снегоход взять. Или все-таки будем на своей вот этой вот колымашке пока кататься. Ну скажи, кому колымашка, а кому очень даже нормальная машина, да? Упс, ёк, макарёк. Отлично начали, отлично начали. Твою налево. Стоп, 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 стоп. Нормально. Лучше не придумаешь. Нормально прямо, офигеть. Так, какой я там, на каком месте? Меня здесь вообще нет, ребят. А это и неудивительно. Это, ребята, неудивительно. Трасса дерьмо, и я на ней смог проехать. Вот все. Давай глянем, что у нас получится здесь. Куда, блин? Что вообще происходит? Меня на какой-то... Я не пойму, что происходит? Меня обгоняют все, кому не лень, прикинь? Даже вот на этой самой первой машине. Вы что, вы... Издеваетесь сейчас надо мной? Я пришел третьим. Рейчик, ты что, совсем что ли, а? Ты как так можешь сдавать позиции? Вот объясни мне. Не пойму, ребят, что происходит. Вообще такое ощущение, что... Просто все с ума посходили, все машины, все гонщики. Ты посмотри. Нет, может быть, тут, конечно, надо брать летучесть или еще что-нибудь в этом роде. Ну как они тут меня хорошо, а? Каким я там приехал? Первым. Да ладно. Так, последняя гонка. Старт вроде бы неплохой. Тихо ты, не разбейся, блин. Дурила деревянная. Это же потолок. Е! Все, друзья мои, сделал их. Первое место, конечно. Фух. Кстати, нам нужно открыть бесплатно вот этот вот ящик. Так, что нам тут выпадает? Денежка, крылья, амортизаторы. Ну, допустим. Так, у нас еще бесплатный здесь сундук есть. Давай-ка я его открою. Так, деньги. Колесный. Так, с этим я соглашаюсь. Давай еще, наверное, глянем. Так, и здесь нам выпадает тысячоночка, плюс магнит и стартовый. Так, еще могу что ли глянуть один? Да ладно. Серьезно. Так, а здесь 875 монет. Так, зимние шины, это хорошо, кстати. И колесный. Так, все, да? Блин, еще можем открыть. Давай. Так, а здесь нам выпадает опять 1000 монет. Ускоритель фляг. Причем два разных.
Странно. А, один для баги, все, я понял. Ну, теперь да, 7 часов 52 минуты нужно ждать. Слушай, ну неплохо, 3 халявных сундука открыли. Нормально. Так, значит, что у нас тут? Лес, гонка, почему тут 0 метров, я не понял. Ну-ка, давай-ка. Какие 0 метров? Сейчас мы здесь сделаем наш рекорд. Тихо, ты... Да что? Ты завязывай, дурачок. Не надо так, таких приколов-то делать. Так, что у нас там? Деньги, да? Угу. Деньги получили. Не нырни носом. А то ты можешь чудануть. Знаю я тебя. Так, тихонечко. Так, сколько мы метров-то уже проехали? Я не вижу. Да ладно, сундук уже есть один в копилке. Тихо! Вот так вот бывает. Бывает, ребята. Так, и видосик. Опачки, еще 4250 монет. Слушай, ну это нормально. Это очень даже хорошо. Так, события. Соревнования заканчиваются через 3 дня. Слушай, давай-ка мы глянем, что это. Взрывная сила. Гонка. Ой-о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 й. Не смог туда, да? Долететь, к сожалению. Гравитации нету. Ёпарсот. Гравитации действительно, друзья мои, нету. Ведь не долечу. Нет, конечно. Так, поедем-ка лучше мы, наверное, один в смятку там уже, ты видел? Трупец лежит. Холодненький уже. Ну-ка, что у нас тут? Ну-ка, вниз. Ать! А тут-то как? А тут перебор и все, ребята, и... Да заезжай ты. Не можем. А если я выше прыгну, то боюсь разбиться. Удачно, удачно. Горючка, горючка. Я залетел прям на этот. Уже все там, ребят, на одно дыхание. Слушай, ну нормально. Я вообще что-то сомневаюсь, что здесь вообще нужно газовать и стартовать. Как сумасшедшему. О-о-о, вот вы как жулики. С помощью своих летунчиков здесь, да? Трындец. Свернул голову себе. Твою же налево. Вообще не вижу смысла здесь резко стартовать. Смотри, что мы с тобой творим. И куда мы сейчас приземлимся? А что случилось-то? Я не знаю, друзья мои, но что-то там случилось. Так, какие-то части. 10 медалек. Мы можем за рекламу получить еще 3 в плюс, да?
Ну, мы получили, например, 6 звезд. Ну, 1000 монет я забираю, это понятное дело. В гараж. Тут, я так думаю, что нам нужно взять, знаешь что? Так, крылья. Крылья вместо колес. Угу. Колеса мы прокачали немножечко. Я не знаю, стоит ли нам идти еще раз или нет. Такой, знаешь, костюм космонавта будет. Ладно, давай мы, наверное, знаешь, что с тобой сделаем? Попробуем здесь здесь разрулить ситуацию. Кстати, мы... Я не знаю, стоит ли нам вот это вот покупать. Или все-таки накопить деньги и... Может, вот эта вот классная машина. Ох ты, луноход. Исследуйте чужие миры на шестиколесной машине с переменным профилем. Прикинь? С переменным профилем, о как сказано-то. Ладно, я пока, наверное, на этой машинке покатаюсь. Фига мы тут. А что, нормально? Упорхали, ты посмотри как. Вообще никому шансов не дали даже. Четенько, мне нравится. Бодрячком. Пацанчики, бодрячком. Вот здесь бы фляг бы, крылышки бы, да? Куда лезешь? Куда лезешь вперед, батьки, а? Скажи ко мне на милость. Не видишь, что ли, отец едет? Вот так вот. На своих запорожцах там. Так, сколько нам еще с тобой? И последняя гонка. Так, давай, речка, не подкачай меня. Не подведи. Красавчик. Все делаешь как надо. Молодец. Опа. Умпа-лумпа. Просто летим с тобой, просто летим. Ну, это, ребята, хорошо, когда нету гор. Ну, ты понял, да? Как только были бы горы, все, мы бы тут уже давным-давно поубивались бы. Так, ну что же, продвигаемся. Так, а я что, не нажал, что ли? Давай-ка, наверное, посмотрим. И смотрим, что нам здесь. Так, новые колеса, крылья, дым-ускоритель. Давай. Ага, этот уже нельзя за рекламу, понял. Ну, мы с тобой едем дальше. Зима, как раз колесики у меня для этой трассы. Так, сзади не отстает. Посмотри. Так, выкрутились мы из этой ситуации. Вышли, так сказать, сухими из воды. Моя машина просто, просто летает бешено, ребят. И мне это нравится. Я не знаю, какой босс у нас будет и на чем он там будет. Но в данный момент... Ты смотри-ка. Ты смотри-ка, что там Шитик делает. Снеговика сломал. Ну, бывает, нечаянно. Как эта реклама-то видели по телевизору, где девочка там снеговика... Взяла в холодильник там целую, целое лето его берегла. На следующую зиму выставила его пацан на велосипеде, взял и раздавил. Да, сделаем лучше вместе. Так, ну что, замечательно. И остается у нас последний с тобой. Блин, я обожаю гонки на открытом воздухе, на открытом небе. Тут и с открытым небом. Ну ты понял, да, короче. Не в помещениях каких-то там. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот этого я терпеть не могу. Все, 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 все. К сожалению. Ну ты понял. Я ничего не могу сделать. Вообще. Ну сверни хоть голову себе, что ли, я не знаю. Так, я надеюсь, я все равно первым, да. Ребята, мы первые. Разблокировать касанием. Так, здесь нам 1750, новинка магнит и дым-ускоритель.
Совсем маленечко осталось. Я ненавижу воду. Это точно. Я ненавижу воду. Глубокий омут. Трындец. Я ее терпеть не могу, эту воду. Вообще не могу ее терпеть. Мне как бы даже не жалко, что там кто-то будет первым. Потому что я терпеть не могу. Именно ехать. А чувак там нифига себе. Куда он там упорхал-то? Что у него там за машина такая? Я не знаю, ребят, что это за тачка. Но мне все равно здесь не видать призового места, так как первый раз разбился. В принципе, наверное, сейчас. Нет. Выкрутились. Смотри, 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 смотри. Как он так делает? Что это там подбросило так не кисло? Слушай, отвали. И не разбился же, главное, ты посмотри, а. Ну, второе место мне здесь обеспечено, я так понимаю, да? Да, второе место. Нормально. Так, погнали далее. Я больше вот такие люблю гоночки. Зимой колесики у меня для этого дела прокачанные. Для сцепления, да, со снегом. Не проскальзываем. Машинка прыгает у нас. Все очень даже круто. Даже бензин перепрыгиваем. Нормально. И вот финиш. Надеюсь, у нас будет. Нет, не хотелось бы, конечно, кого-то иметь из боссов в зимнюю пору. Но мне кажется, там чувак будет на моноколесе босяцкий, почему-то мне так кажется. Так, тихонечко. Ты посмотри, автобус-то, эй. Братишка, ты чё? Там что-то, наверное, попутал или съел не того. Совсем уже, да? Смотри-ка. Прям так разогнался. Я уже думал, бодрячком пошел. Ну, отстал он. Он отстал. И я забираю первое место. Так, первый снег. Давай еще разочек. Стартанул удачно. Так, тут главное не разбиться нафиг. Ох, ничего себе. Вот это я даю. Вот это, ребята. Не разбейся, это главное, господи. Все. Ну тут шикарно. Я прям сам от себя не ожидал. Так, босс, что ли? А разблокировать новый автомобиль. Далее. Нет, а далее так. Успех, это платина. Чё там? Так, достается 2000 монет. Так, дым-ускоритель, амортизаторы, тяжеловоз. И... Так, опа-на, шикарно, шикарно, друзья мои. Так, значит, едем дальше. Дорога к легенде у нас. Вот. Одного колеса должно хватать кому угодно. Билл Ньютон. И я, наверное, не буду, ребята, пока вообще ничего здесь покупать. И я надеюсь, я правильно делаю. Пока я на этой тачке занимаю нормальные места, зачем тратиться? Согласись. Тем более, тачка у нас это прокачана, ё-моё. Ты посмотри, что мы вытворяем. Ага.
старт, что ли, же? Ой, финиш, все, ребята. Замечательно здесь прошли. Так, сколько у нас там? О, последняя трасса. Плохой был старт, на самом деле. Но нам этого хватило, да? Чтобы обставить их всех. Что-то не могу понять, что у нас машина притормаживает. Давай, 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 давай. Есть. И вниз сюда полетел. Первое место. Так, ну что, разблокируем сразу же сундук этот. Так, выпадает нам 2000 монет, тяжеловоз и дым-ускоритель. Поехали дальше. Так, фабрика, да? Фабрика идей. Так, спокух, спокуха. Блин, не отстает от меня, ты посмотри, а. По пятам там где-то идет. Есть. Нифига, я даже глазом не успел моргнуть, как мы уже с тобой на финише. Так, тут будет три у нас гонки. Это вторая. Вроде неплохо стартанул. Нормально. Нормально, нормально идем. Так, вот здесь вот. Хорошо. Финиш. Замечательно. Пич. Так, и последняя гоночка у нас. Блин, вот это вот самое опасное, когда так едешь, и тебе вот эти вот магниты. Фиг знает, куда они тебя подкинут. Могут сделать добро, а могут сделать и плохо. Есть. Первым. Ну это круто на самом деле. Так, разблокировать. Так, и выпадает нам здесь 2000 монет, магнит и дым ускоритель. Так, ну что, погнали далее. Сколько тут? Три гонки. Опа. Давай, 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 давай. Ух. Красота-то какая, тихо. А вот здесь, ребята, придется сдохнуть. На самом деле, я хотел немножко подкорректировать в полете, но не получилось. Я не вижу вот эти вот, когда у нас именно вот такие уровни. С горами, с пещерами. Фига там чувак летает. Порхает, блин, он мне как бабочка тут. А полетай-ка вот так, как я. Слабо? Распорхался он мне. Кишка у них тонка. Отлично, ребят, первый. Но нам нужно еще с тобой разок приехать первыми, чтобы быть топчиком. Надеюсь, гор никаких не будет здесь. Гор, пещеры там подобные. Ух. Да ты посмотри, блин, стоило ввязаться в эти кактусы. Трындец, ребята. Тут надо было брать полет, судя по всему, да? Жесть. Все кактусы пересчитал своей жопой. Молодец. Откатываемся назад, да? Угу, я так и понял. Рвать, рвать и еще раз рвать. Давай ты едь нормально, блин. Надо брать фляг, что ли, я не знаю, для полета.
Опа. Финишировали, замечательно. Сколько там еще? Еще две гонки. С места рванул. Как сумасшедший. Оу, тихо. Двоюдно. Фух. Чудом просто, ребята, это чудо, что мы выжили здесь. Ну. Давай, родной. Не подкачай папу. Е, горючку еще взяли. И финиш. Ну тут круто. Тут все мне понравилось. Под открытым небом, свежий воздух. Ну, в общем, ты все сам понимаешь. Так, давай откроем. Ага, тут уже нельзя, ребят. Хотя... Нет, нельзя. За рекламу все, кончилось. Ладно, едем дальше тогда. Стартуем. Пляж. Пляжный кубок, ребята, на пляжу 1000 лет не было. Вот здесь бы багги, да, пригодился бы. Здесь бы багги очень сильно пригодился бы. Там чувак, по-моему, как раз на багги шпарит. Не? Показалось? Ну и шиш с ним. Уху! Зергут. Первая позиция. Так, а сколько гонок? 3. Ага. Это все перелетаем. И здесь тоже перелетаем. А, отлично. Просто наших противников где-то там позади болтыхаются. А мы с тобой офигенное преимущество взяли. Круто. И последняя гонка. Давай, ой. Ну, неплохо. Справляется наша тачечка. Тихо, тихо. Да что ты? Что это сейчас было, блин? Это была дурость. Ну, слава богу, первый все-таки. Так, ну что, ребят, дойдем, наверное, до сюда и будем закругляться. Надеюсь... Для этого нам понадобится всего лишь одна победа. Вот такие трассы люблю. Примехонькие. Где решает чисто скорость твоей машины. И финиш. Найс. Просто найс. Давай следующую. А вот сейчас вот... Эй! Что было-то опять? Идите-ка вы знаете куда, ребятули. Вот правильно. Ваше место там. На лужайке. Мое быть впереди вас. Красиво, красиво я их сделал. А что там было? Почему такие притормаживания? Так, начал лихо и потом забуксовался. Опять стартанул вшивенько. Тихо, 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 тихо. Нормально. Так, надеюсь, больше домов этих не будет. Нет, будет. Специально хотел замедлиться, и, как ты видишь, не получилось. Все равно ему шею свернуло. Давайте только без этих, без пещеры, а? Пожалуйста, просто горы, без пещер. Окей. Тихо. Замечательно. И финиш. Да, друзья мои. Фух. По красоте.
Открыли. Открыли мы с тобой новый кубок. Это песок в купальнике. Замечательно. Ну что, друзья, давайте мы с вами на этой ноте закруглимся. Тут у нас, смотрю, будет... Тут босс. Или это не босс? По-моему, будет босс. Вот где корона, всегда говорили, что там босс. Ладно. На сегодня закончим, а уже в следующей серии, если тут будет босс, будем с ним бороться. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.